Хорошо на этот вопрос начать цитатой блаженного Августина, ближайший к тексту вопроса. Ветхий Завет не понимается без Нового Завета, но и ключ к Новому Завету лежит в Ветхом Завете. Как говорил Амвросий, святитель Амвросий Медиоланский, что Ветхий Новый Завет – это одна большая обоюдная чаша мудрости и истины. Действительно, что есть Ветхий Завет, если задуматься для человека, интересующемуся не просто праздно, но действительно относящемуся к этому как к Слову Божию? Ведь Ветхий Завет – это книга, которая есть надежда, которая есть ожидание Христа, ожидание исполнения, пришествия Сына Божия и дело спасения человечества. Новый Завет – это уже страницы радости, страницы ликования, потому что пришел Тот, кого ждала Церковь, кого ждал весь Ветхий Заветный мир. Почему возникают такие порой вопросы? Почему людям кажется во многом, обращаясь к Ветхому Завету, что эта книга более строгая, более, может быть, даже в каком-то смысле жестокая по отношению, более требовательная, нежели Новый Завет? Потому что Ветхий Завет – это был образ ожидания Христова, был единственный народ, Богом избранный, который шел во тьме языческого мира, мира, который Бога не ведал, мира, который Бога забыл и уже настолько запутался в своих языческих изысканиях, что уже конца и краю этой путаницы не было видно. Поэтому, чтобы спасти и сохранить богохранимый еврейский народ, были даны строгие заповеди. Во многом даже слова Христовы, уже в Новом Завете, говорящие о Ветхом Завете, говорит то, что многие законы были даны по жестокосердию людей того времени. И чтобы элементарно спасти человечество и не дать ему, что называется, отступить от пути спасительного и истинного, были даны строгие заповеди, касающиеся как законодательного, так и самых разных аспектов жизни, вплоть до что принимать в пищу, что не принимать в пищу, какие дни есть святые, какие дни там разрешены работы, в какие нет. Но будем помнить, опять же, Христос, придя и говоря со слов, со страниц Священного Писания, говорит, что пришел не нарушить, но исполнить все. И было на самом деле Христом исполнено все то, что было предписано тем же пророком Моисеем, на которого ссылались бесконечно фарисеи и книжники. Но тем не менее, вся тайна Ветхого Завета получила выражение, ярчайшее выражение в Новом Завете. И получилось это действительно настолько, что весь тот закон, который был во многом требователен, превратился в любовь и заботу о людях, стал законом любви, понимания и близости друг к другу, в то время как Ветхий Завет отделял еврейский народ от всех народов, Новый Завет, наоборот, объединяет все языки, все народы, всякого человека, вне зависимости от его веры, вне зависимости от его национальности, состояния, религии и так далее, всех возможных аспектов. Новый Завет – это и есть полнота любви и исполнения Божьей.